Перед началом заседания Совета Евразийской ассоциации университетов глава Чувашии посетил музей истории МГУ. Заседание Совета Евразийской ассоциации университетов проходило в здании фундаментальной библиотеки МГУ. Перед ним стоит памятник одному из основателей университета, графу Ивану Шувалову. Среди студентов есть примета: чтобы учиться хорошо, нужно присесть рядом с ним на скамейку. Бюст графа встречает и посетителей музея истории МГУ. Среди экспонатов уникальные документы, личные вещи преподавателей и студентов. Тех, кто стал выдающимися учеными, прославили страну, героически погибли на фронте. Главному университету страны больше 260 лет. Однако один из экспонатов старше в 15 тысяч раз. Это плита из окаменелых водорослей возрастом 4 миллиарда лет, что практически равно возрасту Земли. А этот экспонат показывает, что раньше студенты боялись не только плохих оценок. Это дверь университетского карцера. Сажали студентов не за то, что они там плохо учились, но мало ли, может, не успел выучить, там не понял, а сажали в карцер за плохое поведение. 3 дня на хлеб и на воду, с туалетом там тоже не особо. Ну и вообще иногда надо бы и так наказать.